Меня часто подкалывают, что я зимой штанги губами примерзну. Но их мечтам не суждено было сбыться. В отчаянии они подарили мне холодильник. Прихожу я в раздевалку, а там на моем месте чайник. Говорят, чтобы не кипятился на поле. Так только чайники делают. Ну, примерю, где? А мне в первый же день подарили весы. Не знаю, почему. А вот это они мне подарили. Отличный тостер. Потому что ты очень бледный, братуха.